Ребята, выбрал я New Panorama Charm. Это ресторан находится где Fix Price. Далеко ходить не стал. Посмотрим, что за ресторан. Hello. О, ну вид какой, смотрите. Еще выше меня тащит. О, раньше меню, да. Ну да, прикольно. Сейчас меню принесут, буду заказывать. Так, вот, ребята, по меню. Надеюсь, цены вам видать. Холодные закуски, супы, салаты, горячие, сирийские блюда, гриль, филе говядины, морепродукты, курица. Блюда, детское меню, пицца, макаронные изделия. Ладно, сейчас что-нибудь закажу. Так, ребят, я заказал жареные креветки 400. Филе говядины с грибным соусом 550. И салат из морепродуктов за 200. И пиво. Так, что-то начали приносить. Перед. Ага. Баклажан. Баклажан. Yeah. Так, здесь лепешка, скорее всего. Так, пиво наливаю. Спасибо, Стелла. Ну, попробуй пивасик. Нормально. Раскрыл я фольгу. Здесь такие лепешки. И с этим баклажаном нужно кушать. Ну, давайте попробую вот эти баклажаны. Перец тут есть. Сами баклажаны, чесночок, лайм. Ну такой ничего, прикольный соус с лепешечкой сейчас. Такая лепешка. Типа аперитивчик. Так, намазал. Ну, лепешка как лепешка, ничего необычного. Просто лепешка. Жду салат и два основных блюда. Так, ребята, мне начинают приносить. Так, это креветки. Салат из морепродуктов. Что-то там еще. А, говядина. Ага. В грибном соусе. Офигеть, я же обожрусь. Еще что там? Окей? Все окей. Офигеть. Сейчас буду пробовать. Ну что, ребята, давайте я все-таки попробую сперва салат. Вот. С морепродуктами. Большая тарелка.
осьминог не попался. Ну, помидоры, капуста, морепродукты. Лимончик надо взять, добавить. Ну, ничего так. Нормальный, прикольный, вкусный. Теперь давайте попробуем говядину в грибном соусе. Нежную говядину. Грибной соус прикольный. Вкусно. Здесь еще перец на гриле. Вкусно. Теперь креветку попробую. Такая здоровая креветка. Так, пробую креветку с каким-то соусом. Обалденно. Очень вкусно. Ну, конечно, я обожрусь. Картофель фри. Фри как фри. Ладно, буду кушать. Всем приятного аппетита. Короче, я ни хрена толком не доел. Салат еще дофига осталось. Мясо я в основном ел с картофельным фри. Креветки даже не притронулся. Сейчас я это попрошу, чтобы положили с собой. Так, ребята, принесли чек. 1619 фунтов. Это забираю с собой. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом среди подлости.